господа, выдвигаемся азимут 200. К берегу сильно не жмитесь, за чтоб нас техника не уебала. Можем сейчас уйти, либо... Так, а по вам что, парни, вы с нами на КВ стоите или будете уходить? На реку, наверное, пересечем, потом уже. Все. Мало ли какие-то метки появятся. В смысле, там не было никаких таких сумас. Давай тут, говорю, дождемся их. Они, вон, видишь, на севере на горе. Сейчас они до сюда пока доберутся, переплывут. Да. Давайте вместе с первой группой сам сейчас народ проверим. Вторую точку. Принято. Ты имеешь в виду дом? Да, это первое время не день. В тылу. Не, азимут. 350. Резинку ушел. Далеко? Парни, предупредите, могу предупредить. Постой мину, пчел. Да, слышал. Один с юга. Убил? Да. Не варба все. Чел, у нас тут это Кен показал под нами. Точно Кен? Убил одного противника с трубой в упоре. Ну, он, скорее всего, на звук мой идет. Хотя попробую кататься, но у меня все выйдет. Привлекай внимание, за нами просто едь, да и все, может. Да-да-да-да. Так, товарищ, поставил метки ВП-3, ВП-4. Не понял. Че, метку свою удалили? Да я удалил. Почему? Ну там, то есть нет противника? Жизнь, что сняли, что ли? Видимо, это ты на это помнил. Ну я. Не, я был северный, ну ладно. Сейчас мы тут уже делать свой. Поэтому мы сюда пришли. Что, выдвигаемся уже на новой метке? Да. Кто стрелял? Так у нас тут
Это вражеская ГХ. Убил. Ярче жив? Да, да, да. Из города я работаю. Ярче, возьми у него ДВ, может, что скажут полезного. Это ШК в городе стоит. На 120. Я предлагаю канал менять. Меточку можешь поставить? Ну, ты... Там дыма стоит. Подстрелил его, они уезжают. Ранен. Откуда? Откуда работают? 180 где-то. Оттягиваемся на север, сейчас задымимся, и на выход нас посаживают и тащат к триггер. Что там же? Да, бинтуюсь, нихерово. Приняли? Дымы ваши? Дымы ваши, нет? Да.
меня перелома, ходить не могу. И огромная кровопотеря. Вот опять же от одного попадания в ножку, да. Все на север города. Пойдем отойдем. На бэк. Бля, я ничего не могу ходить. Давай, тащи меня туда. Че ты предлагаешь? Да хрен знает что. Может пешком добежим? Ну, пешком. Пешком, а через юг мы пройдем? А зачем через юг, если можно через восток? Хочешь через восток? Ну как бы, на 3, на 4, как тебе сказано. Ну, правда, там больше. А, ну давайте, давайте, да. По севернее. Да мне бы, походу, морфин вколоть, что ли? Что у меня прям в сердце колотится. Что если я вырублюсь, у меня крови мало, я, наверное, в себя не приду. Можно вызвать медиков сюда? Или приехать к ним? Или можно приехать к ним? Просто где-то, блин, противник вроде непонятно. Пчелу, я там не знаю. Там следующий ДВ. Стайр, вы ждете медиков и что потом дальше? Я к тому, что я жду вас или еду? АВшник. Кто с нами был? АВшники? Я тоже, да? Ну и Кент, да. Я заеду в машину. А вот вижу, подъезжает. Да-да-да. Ярче, дай дым, ярче. Если дыма есть, дай под машину дым. И перед машиной дай, чтобы не видно было вообще. Нормально, они отходят от машины уже. Это да, 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 да. Там поэтому крестик ставили чуть дальше. Ох, как все ярко. Это не Зушка, это ДШК вражеский в городе на юго-востоке. Зарае. Я все, да, спасибо. Ну пойдем тогда ярче пешком. Ч
через север пошли. Ранен. Что ж, надо перевалить за лет и все. Да, на восток. Сильно. Жгут накладывает. Да, жгут накладывает. Заебали, блять, как они попадают? Пиздец вообще, просто раз. Да, но у меня сейчас стамина тратится очень быстро. Ну понятно. Транспорт бы какой-нибудь. Может, медики подбросят, они живые там? Ну ты вообще фуловый ярче. Попробуй тогда потащить, что ли, немного. Посмотрим, как у тебя стамина пойдет. А что это с тебя капает? Эй, стой. В смысле? Кровь открылась, что ли? Блин, положить. Да, у тебя кровь. Да, открылась. Жгут, давай наложим просто. Там 15 минут, 10-15 минут работать. Так, так, ладно, я понесу. Давай. Это перебор, конечно. Типа из-за того, что у меня ранена рука, я не могу ходить. Здорово, блин. Да. Логично, что капец, конечно. Не, ну иду я. Тем более у меня вес не такой большой. Так, у меня стамина все. Ну давай, пока дальше пойду пешком, а ты пойдешь медленно восстанавливать стамину. Сейчас бэха поедет начнем.
долбить туда. Давай, тяни, наверно. Давай. Ну, кто к триггеру подошел, переходите на ТВ. Блять. Победа. Победа. С победой. Ну, мы старались до конца, блин. Да, до самого. Несли победу в триггер. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.